Следующий ролик будет посвящаться автомобильным дискам. Значит, дефекты у нас есть вот потертости. Вот это печальный диск. Вот, нужно шпаклевать. А эти два более-менее тут. Вот скол. Здесь немного есть. Ну а так, в общем, эти два более-менее нормальные. Значит, что мы будем делать дальше с этими дисками? План у меня такой. Значит, на вибрационную машинку одеваем круг 120 и проходим зоны, где будем шпаклевать. Потом будем протягивать шпаклевочкой, пока не выровняем в ноль. Ну а дальше посмотрим. Дальше, где машинка не достает, я беру 120-ю шкурку и прохожу вручную вот эти места все, чтобы потом шпаклевать. Ну а чтобы приятно было работать, мне помогает в этом вот такой вот кондиционер. Ну вот и готовы диски под покраску. Сначала красим изнутри, потом переворачиваем и красим их снаружи. Значит, краска у нас будет Снежная Королева Мипа фирма. Базу мы наносим пистолетом САТА. Потом лак будем разлаживать пистолетом HVLP маленьким. Почему маленьким? Потому что все вот эти спицы хорошо пролачить и так дальше. Очень сложно большим пистолетом. Маленьким не спеша, это все можно сделать аккуратно и красиво. Открасил изнутри. Вот, немного припылил и тут, потому что диски идут на продажу. Более нормальный, чтобы был у них вид. Вот так они выглядят, собственно. Вот второй. Сейчас переворачиваем их. Также напыляем краску и наносим лак. Вот так вот выглядят диски уже под базой.
Вот конечный результат уже после лака. Кропотливая работа с этими дисками, конечно. Тем более они очень сложные, тут бурты различные. Вот. Но оно того стоило, теперь реально у них уже вид намного лучше, ярче. Вот. Пишите в комментариях, что так, что не так. Возможно, что-то я делал не так. Возможно, кто-то что-то подсоветует. Более другой вариант какой подготовки там или покраски. Комментарии все читаю, отвечаю. То есть, всем покедова. Было интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Если кому интересно более что-то индивидуально снять, там процесс работы более рассказать, допустим, как я делаю что-либо, допустим, вот, пишите в комментариях.